Если у человека нет возможности платить по своим долговым обязательствам, стоит инициировать процедуру банкротства. Сотрудники налоговой службы поясняют, она может быть как судебной, так и внесудебной. В свою очередь, внесудебное банкротство осуществляется через многофункциональные центры без привлечения арбитражного управляющего. Гражданин вправе инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его общий долг составляет не менее 50 тысяч рублей, но не более 500 тысяч по основному долгу. То есть в указанный размер не включаются требования, не включаются долги по санкциям, пени, штрафы, проценты. Заявление о таком банкротстве можно подать в МФЦ по месту жительства или пребывания. После прохождения необходимых процедур и освобождения от долгов, их принудительное взыскание невозможно. Также в ходе пресс-конференции журналистам подробно рассказали об автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Она введена с 1 июля текущего года и применяется только ко вновь созданным компаниям и ИП. Средняя численность сотрудников не более 5. База доходов не превышает 60 миллионов. Остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов. Нет филиалов или обособленных подразделений. Счета открыты в банках, которые есть в перечне уполномоченных. Такие организации освобождаются от определенных видов налогов. Для них будет установлен нулевой тариф на страховые взносы. Учет доходов и расходов ведется налогоплательщиком в личном кабинете на основе полученной профильным ведомством информации. Полина Бахова, Георгий Бондарь, телекомпания «Одинцова».